Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала, с вами снова Драгивка. Сегодня у нас будут повторы очень необычные, это будет про противников, которые, если попадается, что, ну, то грех мимо пройти, мимо именно таких противников и не взять три звезды. Думаю, вы догадались, но кто не догадался, смотрите этот ролик, приятного вам просмотра. Первый повтор принадлежит игроку Лёха, значит, ему попался 11-й Таунхелл, полностью дисбалансер, то есть тут из 11-го Таунхелла само только здание и прокачанные эликсиры-добывалки и добывающие эти, как его, золото. Ну и также нефть, которая добывает, тоже качается сейчас. Все остальное не прокачано, то есть вообще, ну, по сути, как, что остальное, тут только две пушки. Ну и давайте, играет он у нас электродраконами и 8 шаров еще использует с одним героем. Давайте смотреть. Выпускаются все электродраконы справа и слева, естественно. Мимо таких баз проходить просто невозможно. То есть, особенно когда ты ищешь там по 5 часов противника, и, ну, не пройти мимо такого — это грех. Опять же, этот игрок находится в легенде, вообще непонятно, каким образом он туда залез. Но ему, конечно, респект, но это просто жесть. В итоге, конечно, Лёха забивает его полностью, без каких-либо проблем. И в итоге у него 3 звезды. Это будет короткое видео. Вот все такие будут повторы, то есть с такими атаками. Лёха зарабатывает 7 кубков. Переносимся к следующему повтору. Следующий повтор принадлежит игроку Анар 1. Здесь у нас получается 9-й Таунхелл. Находится он в легенде. И, по сути, как мы видим, фулл прокачка у него именно 9-го. И все ресурсы у него забиты. То есть, по сути, и забор у него интересный. Ну да, такого, мимо такого тоже пройти в легенде — это очень тяжело. Ну и тут играет он у нас воздухом, 32 шара, 15 мух, 3 гонки, 30-й король, 24-й хранитель. Давайте смотреть. Выкидываются гонки, также выкидываются все шары, докидывается хранитель, докидываются также мухи. Кидается первая, вторая ярость. Включается скорость, включается способность хранителя, включается еще одна скорость, еще одна скорость. Три подряд скорости были выкинуты. Кидается заморозка. Кидается еще одна ярость. Кидается последняя скорость. Ну и в итоге здесь, конечно, трешка. Да, мне такие не попадаются. Наверное, не знаю, от чего это зависит. От везения, видимо. И Анар-1 зарабатывает 9 кубков. Переносимся к следующему повтору. Завершающий повтор этого ролика принадлежит игроку Алекс 001. Ему попался здесь 11-й Таунхелл. Но здесь уже фулл прокачка. Ну и давайте смотреть. Играет он у нас гонками и шарами. 36 шаров, 20 мух, 2 гонки, таран, фулловая королева и фулловый хранитель. Также у него есть зелье планирующее. Давайте смотреть. Ну, две инферно стоят прямо рядом друг с другом. Это, конечно... Плюс еще и орел. Ладно, так, выкидывается, получается, идет он со стороны, с правой стороны, выкидывается таран, выкидывается сразу 3 скорости. Таран подходит к первому забору, ломает его, выкидываются 2 гонки, кидаются также за ними шары все. Кидается первая заморозка, попадает она именно на 2 воздушные обороны. Так, кидается клонирующее зелье на гонку. Начинает работать у нас первая вторая инферно, ну и замораживается она сразу вместе орлом. Такая вот расстановка именно вот так вот инферно и орла — это, конечно, глупость. То есть одним морозом просто замораживаешь сразу всю, так сказать, главную оборонную систему. Так, ладно, давайте дальше смотреть. Кидается еще ярость. Таран пробивает второй забор. Из КК у нас вылезают шары противника. Кидается еще одна скорость последняя. Уничтожается орел. Также уничтожается последняя инферно вторая. Включается способность хранителя. И, в принципе, здесь уже докидывается еще королева. Остается огромное количество еще войск. И я думаю, можно уже смотреть на быстром повторе. Включается способность королевы, уничтожается последняя воздушная оборона. Ну и все, здесь уже идет, по сути, добивание. Уничтожается Таунхелл. Таким образом, Алекс 001 зарабатывает 7 кубков. На этом мы заканчиваем повторы, необычные повторы, которые попались игрокам из клана Энигма. В принципе... Ну, на самом деле, мимо таких проходить, не забрать даже 6 кубков, это очень, или 7 там, очень тяжело. Ну, просто смысл искать, когда ты ищешь там 6 часов, попадается такое, ну, не взять это уже все. Так, ну и все тогда, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, попадаются ли вам такие базы в Титане или в Легендарной Лиге. И до новых встреч, пока-пока!